пожаловать на канал Альфия ФМ. Это будет мой дачный влог, но не совсем дачный, а начало будет у нас на даче. Наконец-то мы приехали. Давайте посмотрим, как начинается наш сезон. Итак, вроде в прошлом году мы убирали всю листву, но из-за того, что мы укрывали розы этой листвой, теперь здесь вот так. Все укрытия убрали, вроде бы все розы пережили зимовку. Малину, ну сейчас уж не видно, но потихонечку тоже просыпается. Здесь моя клумба. Всю старую, весь сухостой я убрала, а здесь у меня проклюнулись уже некоторые цветочки. Что это, я не могу понять, но очень похоже на тюльпаны. Ну, не знаю, вроде я не сажала. В общем, там по чуть-чуть проклевывается. А здесь у нас теплица. В этом году я не буду сажать помидоры, огурцы. Здесь будет только зелень, редис, ну, какие-то вот такие культуры, потому что времени в связи с учебой нет абсолютно. Здесь в некоторых у меня местах... Ой, мыл валяется. Так, ну, вот вы посмотрели, убираю. В некоторых местах у меня многолетняя зелень какая-то. Сейчас даже точно не скажу, поэтому вот здесь не перекапываю. Точно не помню. Надо было мне, конечно, пометку поставить себе. Либо здесь у меня шпинат растет. Поэтому перекопала только вот тут. Смородина вон проснулась, красотка. Птички поют, слышите их? Красиво, красиво, красиво. Класс, тепло так на улице, хорошо. Ну, пасмурно. Готовлю щи. Хочу в духовке, вот в горшочке запечь. Здесь у меня будет щи с тушенкой. Вот. Ну, вкусно, наваристо и, как говорится, без хлопот. Все, сейчас отправляю в духовку, потом покажу, что получилось. Готов мой супчик. Смотрите, какой получился красивенький. Буду я его есть с горчицей. Всем приятного аппетита. Ну, а на второе я готовлю печень и макароны. А я тем временем все приготовила и начала кроить. Распечатала выкройку и уже собрала ее. Вот такой получится сарафан. Написала, вот видите, ткань, какую можно использовать, какие прибавки. Вот так собрала. Ну, здесь просто на другой стороне, конечно, все вот эти... Здесь выточки... А, нет, здесь выточек нет. Здесь вот эти штучки. Но это надо будет перенести. Самое главное, что так все понятно, как собирается, как шьется. Ох, надеюсь, что получится. Распечатала еще несколько выкроек, сейчас и их соберу. Ну, надо выбрать, в общем, что полегче для начала, чтобы сразу за сложное такое не браться. Ну, хотя вроде здесь ничего сложного нет, но немножечко боязно. Добренькое утречко, у меня здесь уже новый раскрой на органайзер. Вот мне заказала моя подружка Анюта органайзер вот из такой ткани. Я вам потом покажу все получше. Здесь я подготовила уже кармашки, выкройки, все для того, чтобы можно было все прошить на машинке. Вот сейчас буду этим заниматься. А тут такое резкое включение, нам удалось вырваться на дачу, на нашу, и я сейчас буду подвязывать малину, потому что в прошлый раз я ее так оставила. Вот, так что все сейчас сделаю, потом покажу. Ну все, подвязала я малинку, теперь можно собираться домой. Хотела показать вам мои ландыши. Проснулись. Деток тоже дали. В этот раз побольше будет. Но я пока не буду пропалывать здесь от одуванчиков. Боюсь, как бы не задеть малышей. Потом все уберу. И будем наслаждаться цветением. Ну а вот мой органайзер. Его я наконец-таки сшила. Все, здесь все кармашки. Все такие штучки для фетра. А обложка у нас такая красивая, красивая. Мне очень нравится эта ткань. Я вам уже ее показывала. Такая она прям вкусная. Классная.
Всем еще раз приветики. А у нас тут мы приехали, в общем, к родителям в деревню и решили приготовить шашлык. Вот поэтому здесь у нас тлеют угли, скоро будет вкуснятина. Соседская курочка, смотри, какая красивая, крык-крык, вегит. Оля, ну ты не добытчик ни разу. Айда. А не, она сейчас убежит, смотри, она все, домой пошла. Негативный этот у тебя мышление. Поставили мяско. Скоро будет готовое. Чувствуете аромат шашлыка? О, мы уже поели, и я вам не могу не показать этого красивого петуха, соседки. Ну просто, ты красивый зайчик, такой хорошенький. Кур-кур-кур-кур. Ну вот все, я уже дома, нас привезли домой. Меня, если честно, так разморило. Сегодня целый день на ветру, вот на свежем воздухе, что прям... Это вам хвостик от Марика, приветик. Что прям я сейчас сразу пойду в душ и лягу спать. Вообще просто сил ни на что нет. Поэтому всем вам огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. И за то, что вы так поддержали меня в моем прошлом видео. Мне прям очень-очень это ценно и радостно, что это у меня такое отзывчивое комьюнити на канале. Коть. Все, я вас всех-всех еще раз обнимаю. Люблю, целую, девчонки. Всем хорошего настроения. Пока-пока.